Третье хирургическое отделение Видновской районной клинической больницы было организовано в 2001 году по приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации. И вот уже 20 лет врачи учреждения оказывают плановую медицинскую помощь населению с применением новых технологий. Операции практически все абдоминальные, на органах брюшной полости, грыжи различные с применением современных методов, это с установкой сеток разных трансплантатов, лапароскопические операции, холециститоктомии. С момента его основания отделение возглавляет хирург высшей категории, заслуженный врач России Василий Осокин. Василий Витальевич рассказывает, что после капитального ремонта закуплено новое оборудование, в частности эндоскопическое и инструментарий. Реконструкция палат произведена, больше одноместных палат стало, с туалетами, с душевыми, вот поэтому более комфортное пребывание. Стоит отметить, что пациенты поступают в отделение только после полного обследования и с отрицательным ПЦР-тестом. Раиса Анквич проходила плановую диспансеризацию в поликлинике. После УЗИ был обнаружен камень в желчном пузыре. По совету терапевта обратилась в третью хирургию к Василию Осокину, который и провел операцию. Была очень поражена всеми условиями. Чистота идеальна. В палате одна. Девчонки и сухарики на кухню, и все так вкусненько, и все так чистенько. И послеоперационная сестра прям и ночью зайдет, и как вы, и все. Люди просто чудесные. Я настолько прям вот благодарна, вот прям вот прям говорю, мне прям, верьте, мурашки, да, прям вот бегут. Настолько мне здесь вот прям понравилось. Палаты повышенной комфортности рассчитаны на круглосуточное пребывание не более 15 пациентов. Сейчас в медучреждении работают 4 хирурга высшей категории. С начала года было проведено более 600 операций, а в октябре открылось и детское отделение. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.